Ой, как же меня все это достало! Опять накручиваю дизы! Йок-макарек, с вами Ванек. И сегодня я решил все-таки заглянуть на свои старые... Посмотреть свои старые видео и... наткнулся на видео вам. Задавайте мне вопросы, пожалуйста. Что-то я вспомнил. А ничего я и не вспомнил на самом деле. Все-таки надо ответить на вопросы, а то у меня их там куча. И сегодня как раз видео будет посвящено этому. Погнали, что ли? Интро, включи интро! Сейчас включу интро. Делать это. Наверное, поеду на Азовское море, там буду загорать, отдыхать и пилить видосики для вас. Какое у тебя хобби? Делать для вас видосики и радоваться. Как набираешь подписчиков? Просто делаю видео и как-то получается. Какие у тебя характеристики ПК? ПК мощный, в принципе. Какой твой любимый канал на YouTube? Мой любимый канал на YouTube — это Арсений206 и PewDiePie. С ТВ-каналом я пока что не определился. Но вообще канал О мне почему-то нравится. Ну, там показываются мои любимые мультики. Не знаю. Итак, какой телефон? Samsung... Ой, не могу найти. Samsung Galaxy A8, я думаю, вы его знаете. И вот такое вот чудо. Это Samsung Galaxy S+. Любишь вести Крым? Да, я там засветился. Я топ? Да. Сделаешь мне оформление хоть, чтобы не было плагиата? А вот это уже не надо. Нет, я делать не буду никому оформление. Идите подальше. Ты хочешь, чтобы 1 мая я отдал канал до 5 мая? Да не надо. Да не надо. Что ты в начале своей карьеры YouTube снимал? Вообще я снимал видео про Майнкрафт, но потом что-то перешло в стиле Windows, Android Windows, ну а потом уже взломчики. Потом я уже хайпанул. Ты живешь в Питере? Угадал. В каком городе живешь? Питер. Какая твоя любимая песня? Мой Калашников, Фейс. Не считайте меня дурачком. Почему ты не смотришь мои видео? Слушай, в основном мне некогда. У меня сейчас с уроками такая ерунда происходит. Мне сейчас просто не до этого. У тебя есть девочка? Есть айфон? Первый вопрос. Вообще я влюблён. Да, честно говорю. А вот во втором вопросе у меня что-то... Как вам сказать? У меня айфона нет, но есть iPod. Тоже от Apple. iPod. Это плеер, не iPad. Какие у тебя успехи в изучении английского языка? Ну, подскатился немножко. Когда следующий стрим? К сожалению, стримов больше не будет. Как тебе мой канал? Вообще, я смотрел, довольно-таки крутой. В каком городе я родился? Я родился в Петербурге. Пускай я хз, какой вопрос тебе задать. Бывает. Ты достал мне кокос? Не понял. Буду ли я в мультфильме? В каком именно? Ну, наверное, я добавлю некоторых в свою короткометражку, да. Давай взлом канала. Не знаю, может быть. Как ты набрал 4000 подписчиков на прошлом канале Мистер Иван? Вообще, честно говоря, я просто хайпанул. Ну, еще, мне кажется, у нас были взаимосвязи с Арсением. В итоге половина аудитории просто ко мне перебралась. Не знаю, как-то так. Так, следующий вопрос я пропускаю. Чей Крым? Вообще, он наш русский.
Вообще даже жильцы хотят. Будут ли видео про телеканал «Да»? Наверное, будут все-таки. Я снова тут, и я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Желаю вам всего самого наилучшего. Всем пока! И да, честно говоря, я хотел вам кое-что сказать. На самом деле, исходник видоса длится минут 20. Я просто все обрезал. Но оказывается, он длится 5 минут.